Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ шоколаду. Не знаю жодної людини, котра не любила б шоколад. І до цього дня особисто не знала людину, яка створює цю смакоту і дарує радість людям. Герой програми «Твоя справа» – Микола Данцев. Я с детства ел много сладкого, но вот вы представляете, ну я рос такой в трудное время, помните, 90-е года, то есть как раз в 90-м году мне было 12 лет. То есть это уже когда мечты не становятся, не такие, как, знаете, вот где-то до 8, до 9, там, до 10 лет мечты завернуты во что? Фантики. То есть вот мечты завернуты в фантики. Сначала просто вот достаточно того, что съел конфету и хорошо. Вот, там, или, например, как мы делали. Мы очень, тогда не было, когда я рос, не было планшетов, не было игр. У нас была одна игра на два двора. Вот помните, волк ловит яйца. Одна игра на два двора. У нас было человек 40 пацанов, которые занимали очередь, вели этот список, вот, чтобы поиграть. И если ты, например, в этот момент уезжаешь к бабушке, приезжаешь, то ты оказываешься опять в живой очереди в конце. Вот. Поэтому очень важно было следить за этим списком. Вот. И я ел много сладкого. Потом, вот когда я был маленький, мне все время хотелось сладкого. Мы прибегали, играли в футбол. Много было футбола. Я борьбой занимался. Вот. Прибегаешь домой, хватаешь кусок хлеба, под кран его с водой его намачиваешь, в сахар макаешь, схватил этот кусок хлеба и дальше в футбол играешь до вечера. Полуголодный, ничего. Вот. И вот мне казалось все время, что вот хотелось много сладкого, вот много тортов. Вот я мечтал, знаете, что меня закрыли, забыли меня в кондитерской, закрыли на ночь. Вот бы я там наелся, вот мне так хотелось. Потом, когда я стал старше, мне хотелось уже немножко там приобщаться к готовке. Вот я помогал маме готовить пирожные, там торты, мы много готовили. Вот. И в момент вот школы, то есть когда 90-е, когда 92-й, 93-й, вот я окончил школу в 94-м году, это был, ну, трудные были годы, и если бы я ушел, например, где-то в 92-м, 93-м после 9 класса, то я не видел вообще будущего кондитера, я не видел вообще, какое вообще будет будущее. Поэтому пришлось заканчивать школу. В институт я не поступил, не захотел, решил идти в армию. Почему в армию? Я был в спортроте. Я был особым приказом, меня забрали в военкомат, с военкомата специально нас, за нами приехали, спортивную команду забрали в Севастополь, спортивный клуб военно-морских сил. Вот, и там особое положение, то есть там две тренировки в день, утром и вечером, то есть там дневной сон есть, то есть там нет такого, как в обычной армии, то есть у нас там упор был на тренировки, тренировки, конечно, были сильные, вот, но там я тоже ел и сладкое, и шоколад тоже, да, поэтому это меня, мечта немножечко отодвинулась на время. Вот. И уже потом, когда я поступил в институт, поступил совершенно случайно, брат шел, и я пошел с ним, поступили в институт, вот, закончил университет культуры по специальности менеджмент предприятий и сдобув, так сказать, квалификацию менеджер-экономист социально-культурной сферы и шоу-бизнеса. Да, поэтому у меня такая интересная специальность. Проработал я много лет вот в этом направлении, особенно то, что касается вот социальной сферы. Там вот в 2009 году я создал фонд благотворительный. Вот мы с головой, с супругой ушли в работу фонда, помогали, там много всякого такого сделали. Ну, это не мне судить, это уже больше людям.
Вот. А что касается вот шоколада, шоколад я ел всегда много. Причем до сих пор я сам удивляюсь, почему я до сих пор как бы стройный. Ну, я немножко ограничиваю себя в питании, допустим, там какие-то, но не могу сдержаться с шоколадом, с горячим шоколадом вообще не могу сдержаться, и не могу сдержаться с булками. Сначала, конечно, это все началось с хобби. Вот, я попал на большой мастер-класс, огромный корпоративный был мастер-класс, значит, большая во Франции, большая студия шоколада проводила мастер-класс, и все туристы могли зайти, посмотреть, послушать. Вот. Меня потащили туда, я сказал, кормить будут? Будут, я говорю, давайте. Вот, пошли, потому что ну, невозможно присутствовать на мастер-классе и не пробовать, да? Вот, это... Поэтому все, кто приходит ко мне на мастер-класс, у нас начинается первое с чего? Все банально просто. Чая и дегустации. То есть для того, чтобы люди с хорошим настроением начали участие в мастер-классе, им нужно обязательно заправиться шоколадом. Вот. Сначала надо попробовать белый шоколад, потом обязательно надо попробовать молочный шоколад, потом надо попробовать черный сладкий, потом черный горький, а уже потом там горячий шоколад или там остальные конфеты. Общепринятый самый лучший шоколад – это бельгийский шоколад. Вот. Потом, конечно, французы конкурируют, очень сильно конкурируют. Сложно сказать, что один бельгийский самый лучший другого французского, потому что есть французские, которые по качеству лучше некоторых бельгийских. Вот. Ну, где-то вот делят первое место. Но есть еще очень такой, я хотел бы тоже отметить, все смеются, колумбийский шоколад. Вот. Колумбийский шоколад «Лукер». Вот, очень высокое качество и произведен там, где и произрастает. Вот. Почему все смеются? Потому что Колумбия, все знают, что Колумбия родина наркотиков, да? Вот, то есть там никаких наркотиков нет, ничего, просто Колумбия выращивает какао-бобы и там же перерабатывает. Поэтому все улыбаются по поводу того, что колумбийский шоколад самый вкусный, самый, что на него там люди, так сказать, подсаживаются. Ну, например, здесь у нас, да, вот из поддонов. Все, мне понравилась вообще эта идея, экологически чистая, очень интересная, практичная, недорогая. И когда сюда мы уже переезжали, здесь вот было сделано такое вот небольшое особое место в Николаеве, чтобы люди приходили и получали удовольствие от самой атмосферы, от обстановки, от стульев. Вот каждый стул я давал объявление в течение полугода, выискивал по объявлениям, что какая-то бабушка продает стул, там советский стул, например, там 1970 года, 80 года. Дизайнеры его переделали, покрасили, полностью обтянули новыми поролоном и тканью. Ну, вот они сделали такие вот интересные. Ну и вот мастерская, так сказать. И хобби пришлось сделать, потому что вкусно.
Николаеве сейчас пока нет шоколадных никаких конкурентов. Планируется, ну, я думаю, скоро, конечно, появится. Вот. Но это не как франчайзинг, например, есть в Украине, это Львовская мастерская шоколада. Ну, вот это такой законодатель шоколадного движения. Они уже там работают, там, по-моему, 12 или 15 лет. Они у истоков стояли в Украине развития шоколадного бизнеса. Мы немножко в разных сегментах работаем. Они работают на массового покупателя, у них там и цена дешевле, и сам продукт другой. Через несколько лет, ну, наверное, в принципе, я думаю, мы здесь останемся. Вот, может быть, еще откроем еще одну в Николаеве. Вот, потому что я планирую еще запускать там разные десерты, там эклеры, вот, потом тортики, все те же тортики, да. И может быть еще там какие-то вот что-то со сладостями будет еще связано, потому что в Николаеве так немножко сложновато с настоящими продуктами. Не побоюсь даже сказать, что вот шоколад дарит людям счастье, то есть в прямом смысле слова это люди приходят без настроения, то есть мы дарим им хорошее настроение, то есть это даже есть такое выражение, шоколадный шоколад это не продукт, это бизнес на всю жизнь, поэтому в том плане, что это постоянная работа, постоянная тяжелая, конечно, работа, много работать надо. Вот. Очень многие во время работы с шоколадом переходят в какие-то параллельные направления или вообще бросают. Почему? Потому что очень тяжело. То есть очень многие сдуваются и не выдерживают темпа работы. Ну, я вообще задаю себе и все, кто со мной, очень высокий темп работы. Половина людей на этапе работы сходят с дистанции, то есть им или тяжело, или они там уделяют себе сильно много времени. Вот. Ну, так у меня получается. Я в захваті. Ця атмосфера, цей аромат – щось неймовірне. Кажуть, шоколад лікує сум. Якщо ви трохи засумували, приходьте до студії Миколи Данцева. Обирайте, що вам до смаку, і спробуйте смак справжніх ласощів. А я прощаюся з вами. Посміхайтеся, і все буде добре!